привет, всем здорово! Вы на канале Никиты Крылова, который называется «Погнали». Мы вместе с Юлей сегодня прибыли в аквапарк «Аквавенчер». Честно говоря, я только зашел и уже просто потерялся. Я не знаю, куда идти. Ну, не важно. Будем куда-то идти. Зато я знаю, где приобрести билеты. Я знаю, где заказать трансфер. Орион Туризм, сайт такой чудесный. Есть ссылка, есть в описании. Заходите, смотрите. Как я уже сказал, кроме того, что вы можете приобрести билеты во многие парки, там, Дубай, Абу-Даби, очень круто, что вы можете приобрести еще и трансфер. Аквавенчер находится вот на Пальме, возле знаменитого отеля. Вот, но добраться сюда реально очень сложно, и монорельсы, и метро, очень много-много всего необходимо преодолеть. Так вы спокойненько сели в машинку, проехались и уже наслаждаетесь отдыхом. Кроме того, что в разные парки отдыха вы можете попасть, еще и, конечно же, экскурсии есть, об этом тоже не забываем. Ну а нам пора отдыхать. А никто не знает, что вообще в маске стал записывать приветствие, потому что в аквапарке можно ходить без маски. Кстати, у нас билетик не только в аквапарк, мы еще и в аквариум решили пойти, потому что он здесь находится совсем недалеко, там буквально в 10 метрах от аквапарка. Поэтому можно, по сути, два в одном посетить. Сравним. Мы когда-то были в Дубае, моли в аквариуме. Посмотрим, что у нас здесь происходит. В общем, билеты вы знаете, где приобретать. Погнали. Есть, получается, здесь и пляж с таким офигеннейшим видом. Есть... О, я уже вижу эту знаменитую горку. Так, сейчас все поглядим. Да-да-да, с туннелем, где акулы. Но вид реально классный, небоскребы, все как положено. Бурдж Аль Араб. Вон отель Парус у нас за пальмой спрятался. Так, а горочка вот-вот-вот. Как бы тоже из-за пальмы вам показать. Вон она. О, все, все видят. Самая скоростная, самая страшная. Идем искать лучшее место для отдыха. Пока что-то поняли, что на пляж не хотим. Будем где-то в другом месте располагаться. Пока утро, можно выбирать. Сказали, позже будет очень много людей, потому что Атлантис будет уже приходить сюда. Люди с Атлантиса, те, кто там отдыхает, они, естественно, могут бесплатно посещать аквапарк. Сейчас 10:20 утра. Я вот смотрю количество кругов, которые там есть, и понимаю, что гид нам скорее всего не зря говорил, которая нас провожала, она говорит: вы лучше покатайтесь, накатайтесь, а сейчас все начнут просыпаться и будут такие очереди, вот, потому что сейчас сезон. Поэтому я думаю, мы так и поступим. Возможно, что-то дознает гид. Сегодня, походу, больше буду снимать на экшн-камеру, потому что есть у меня бокс. Ой, кстати, так удобнее намного, чем с телефоном ходить. Легче, да? Легче, гораздо проще. Давно не снимал на нее. Пойдем, наверное, в самую дальнюю часть. Потому что мы вообще, честно говоря, прошли, казалось бы, ну не так мало, как для аквапарка. А посмотрели по карте, мы в самом-самом начале еще находимся. Вот это крутая горочка. Прикольно, что здесь как в оазисе. Да. Очень зелено. Очень зелено. Видно, что очень много людей здесь по-настоящему бывает, но их не особо видно. Я уже, кстати, вижу аквариум. Пошли на 2 секунды буквально заглянем. Okay. Это внутренний аквариум. Там еще отдельный есть, классный. Вот. Дело в том, что вот эти вечные перегородочки, какие-то зелень делает так, что как бы вроде и немного людей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Акулки-то уже плавают здесь. А вон акулы, видишь, плавают вон наверху. Да. А вот и не только наверху они. А вон, видишь, видно, какая это. А, горка? Да, там, да. Там на кругах вон людей толкают. Прикольно, давай, да. Тоже прокатимся. Давай. Юля молодец. Юля несет круг. Добытчик, молодец. Не бэйби. Короче говоря, бэйби-круги, это которые с еще и защитой, да, то есть, чтобы ребенок не провалился. Вот, сначала мы хотели на таком, но сказали: Никитон, ты же уже не бэйби, что ты тут пытаешься нам рассказать? Ничего не видно, ничего не видно.
прокатились. Прикольненько, но, честно говоря, снаружи круче выглядит, когда ты по этому туннелю. Я думала, мы будем именно как будто толкать, нас будет вода. И вокруг мы будем наблюдать. А получается, мы в темном туннеле, а потом выплываем, и нам приходится самим отталкивать. И нифига не видно вообще, что происходит. Сейчас пойдем кататься на вот этих крутых горочках. И что мне понравилось, они спросили, что это у тебя в руках. Я говорю, камера. Они говорят, у тебя есть штука, чтобы не вылетала. В общем, ремешок. Я говорю, да, есть. Все, говорит, проходи, без проблем. Очень прикольно, где групповым можно кататься. Потом будем поодиночке еще летать, обязательно. Ну, а тебе понравились? Да, первое понравилось, где резкий спуск, как на американской горке. Для вас это было, где много индусов вместе с нами, вот эта вот горочка. Прикольно. Как она называется? Зумба, зумба. Да, прикольно. Такой резкий спуск, реально, такой резкий. Думаешь, о, лишь бы не улететь никуда. О. Красота! Фух, вот они просторы! Атлантис, Дубай как на ладони, весь аквапарк виден. Еще той зоне не были. Там не были, там не были. Ну, пошли. На самую вершину, теперь уже не по ошибке идем на самую стрёмную горку. Вот, я, если честно, не люблю такие горки, потому что это самое, потому что, ну, во-первых, стрёмно, а во-вторых, там просто заливает тебя водой, ничего, нифига не видно,
Вот, и кайфа я особо не получаю. Ну, Юля говорит, пойдем прокатимся. Я говорю, ну, конечно, пойдем, что еще делать? Дети катаются, погнали. На самую, как бы, экстремальную, которая это считается, насколько я понимаю, где мимо акул ты пролетаешь. А есть какая-то еще вот... Tube Ride? А мы были на ней? Мы на другой чуть-чуть были, да? Не знаю. Короче говоря... Мы туда что-то по кругу катались. Вообще очень круто. Знаете, обычно вот это бассейн с течением вокруг... Вокруг аквапарка идет. Здесь он даже не вокруг всего аквапарка. Но я остановился на отметке 1500 метров. Потом мы уже спрыгнули, уже надоело. Но прикол в том, что иногда ты идешь, там течение такое лайтовенькое, а иногда такое впечатление, что... Как это называется? Райдинг, да? Да, по реке, да? По реке, да, когда сплав идет, ты такой ву-ву. Ну, что вы сами это все видели? Но ощущения очень классные. Такие лайтовые, отдыхаешь, кайфуешь. Большая очередь, да? Нет. Ну, пошли, ничего страшного, минут 50 постоим. Ого! Нормально. Да. Прошло 2.5 часа. Снова привычный телефон у меня в руке. Вот, за 2.5 часа мы, сейчас 12:30, то есть мы сюда прибыли вообще в 10 там с копеечкой, то есть мы успели и разложиться, и покататься, то есть, ну, 2 часа для того, чтобы реально обойти вам абсолютное большинство горок, на каких-то мы, конечно же, еще не покатались, но самое главное, мы закрыли гештальт, мы прокатились, сейчас я вам покажу, на какой, на вот этой самой классной, скажем. Может быть, она не самая крутая здесь, потому что там есть какие-то еще, как будто покруче. Вот, но здесь смысл в том, что на картинке мы в кусты уплываем, а по сути, я думаю, многие знают, что уходишь ты в бассейн с акулами туда. Оп. И все, и скатился. Мне вот эта последняя горка, честно говоря, так себе понравилась. Я не люблю такие скоростные горки, потому что, ну, на них вообще, они бестолковые с точки зрения того, что ты ничего не видишь. Вот, ты просто куда-то летишь, тебя что-то бултыхает, в воду бьет, тебе прям в нос, в рот, где она залетает во все места. Как тебе, Юля, рассказывай. Мне больше понравилось на кругах. На кругах? Где толпой?
Да. А-а-а. Да, на кургах прикольненько. Мы вот с собой берем бананы обычно в аквапарке. У нас уже какая-то традиция. Мы когда были в Wild Wadi, то же самое сделали. Вот. И уже, в общем, у нас такой небольшой обед. Мы тут отдыхали с Юлей, и она, у нее снова началось. Она ловит этих самых ворон, да. Юля у нас любительница ворон жуткая. Кормит их постоянно. Ну давай, ворон, показывай. Давай, я села. Ну. Все, видите? Делов-то. Да давай, забирай и ешь уже. Что ты тут? Господи. Юля тут идет в сторону Старбакса. Сейчас посмотрим, что там за цены вообще. Так, у нас тут вот цены, честно говоря, как в городе, везде нормальные. Вот, кофеек там 13, 17, 15 дирхамчиков. Ну и круассанчик обычный, например, 10 дирхамчиков стоит. Может, чизкейк взять один такой? Ну, понимаете, да? Судя по кадру, что я просто Инстаграм, как обычно, позаливал сторис и просто забыл записать еще в Ютуб. То есть мне нужно несколько раз это все дублировать. Вот. Так. Короче, взяли, грубо говоря, два таких напитка, там плюс-минус похожие. Взяли чизкейк, взяли донатс, 76 дирхамов. Обычная цена Starbucks, как в городе. Так, уже у нас 5 часов, вообще парк становится пустым. Смотрите, сколько кругов появляется. Все, уже люди максимально уходят. Я получил небольшую травму. Как бы вам показать? Не надо показывать? В общем, попа у меня протерлась, я так скажу. Съел на месте, да, что называется. Короче, травма получена. Ну, все нормально, я думаю, быстро заживет. Надеюсь, море щипать не будет, самое главное. Ну, тиранул задницей по-русски. В общем, не пренебрегайте правилами. Они же постоянно говорят вам, вот так надо сидеть. То есть, чтобы жопа как бы оторвана, ну, в кругу была прям жестко. Не надо, чтобы она проседала. А я такой по реке сплав делаю, такой расслабился. Боком нас развернуло. И только такой камень, который создает волну. Чпоник, думаю, ой, бляха, муха. А он такой шершавый, как тиранул. Вот такие вот приключения. Так, пошлите сейчас переодеваться и в аквариум, как и обещали. Там, надеюсь, очень будет круто. Вам показатель, насколько хороший аквапарк, что мы даже не сходили в эту зону, в зону волн. Вот, смотрите, я подниму, но буду помолчу хотя бы чуть-чуть. Но суть ясна, да? Что катаешься на Wild Wadi, когда мы ходили в Wild Wadi, мы там катались на таком, прикольно. Все, пошли на выход. У нас начинается вторая часть, не менее крутая. Сейчас мы идем в аквариум. Вот он, прям напротив находится аквапарка. Прям есть Monorail. The Aquarium. Ого, я уже вижу, какая красивая стая рыб там плавает. Ну что, погнали! I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I
can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Все, друзья, мы сходили и в аквапарк, мы сходили и в аквариум. Аквариум все под музычку поставил. Понравилось, нет, сами судите. Мне лично понравилось. Аквапарк тоже понравился. Да, что-то... чисто, красиво. Да, вот чем выделяется, действительно. Он такой, как новенький, да, какой-то. Говорят, постоянно обновляется. Да, да, да. Потому что... Горки разнообразные все. Да. И причем в меру. Не знаю, больше не хотелось, надо да, по количеству. Ну да, мы на всех прокатились, которые понравились, несколько раз прокатились. Ну да. И, в принципе, по количеству народу было просто оптимально. Мы с утра накатались. Да. Короче говоря, где заказывать билеты, вы знаете. Трансфер в том числе. И аквариум берите. Аквариум, да, действительно классная штука. Интересно, особенно так после такого насыщенного дня. Еще и добить, что называется, аквариумами. Ой, это вообще круто. Все, пока-пока-пока. Будьте здоровы, будьте счастливы. Путешествуйте, катайтесь на горках, ходите в аквариумы. И просто будьте счастливы. Пока.